на наш лекторий нагорная проповедь и современная этика. Принципы, которые высказал Иисус нагорной проповеди, являются источником многочисленных споров среди христианских богословов. Как можно применить эти принципы в современной жизни? Почему Иисус запрещает развод? Каким образом возможно подставить другую щеку, как достичь совершенства? На эти и многие другие вопросы мы даем ответы и ищем их в наших лекциях. Итак, это уже у нас середина, практически конец пятой главы Евангелия от Матфея. И здесь мы видим, как постепенно Иисус размышляет над этикой Торы. Этика – это как применять законы Торы. Мы видим, что в каждой из так называемых малейших заповедей, которые обсуждает Иисус, есть очень важный приоритет, который Он представляет и через эти приоритеты мы можем видеть систему ценностей, которые Иисус излагает в своей школе Царство Небесное перед своими учениками. Мы говорили о прелюбодеянии, мы говорили о разводе, мы говорили о том, что Иисус использует те же самые методы нахождения приоритетных расставления заповедей по порядку их приоритетности э, использует метод завязывания развязывания то есть в зависимости от приоритетности заповедей та или иная заповедь либо толкуется строго более либо толкуется менее строго а также выстраивание ограды для закона. И вот сегодня мы разберем еще один важный принцип, который очень имеет огромное значение в современном мире, особенно в мире межчеловеческих взаимоотношений, но его не понимают. Я читаю пятую главу с 33 стиха. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Надо будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх, это от лукао. Э, пожалуй, это один из самых э, трудно понимаемых принципов, которые Иисус излагает на горной проповеди. Это как? Вообще не давать никому никакие обещания? Ну это абсолютный абсурд. Ну представьте себе, э, ваш начальник э, спрашивает вас, вы придете завтра в 8 часов утра а вы ему говорите, я не могу этого пообещать, это от меня не зависит. Проблема заключается в том, что если мы понимаем слова Иисуса, не клянись вовсе, буквально вот так вот, как я вырвал это из контекста, то мы стоим перед серьезной дилемой. Легко эти слова было приводить, ну, в определенной степени легко, конечно же нелегко, но те э, молодые люди, которые призывались в советскую армию, и они были верующими, очень часто приводили эти слова как... Э, причину отказа от армейской присяги. То есть в данном случае это легко. Не в смысле последствий, которые советская армия потом э, применяла, всякие меры э, воздействия на человека, но в смысле того, что это понятно. Вот меня э, призывают в армию, дают мне в руки э, автомат и говорят, поклянись присягой, что я буду исполнять все приказы. Тут все понятно, тут черное и белое. К большому сожалению, вы видите, далеко не всегда мы можем попадать в ситуации, где у нас будет черное и будет белое. Из всех ситуаций, которые мы можем попасть, здесь описаны. Армейская присяга, которая сейчас, я так понимаю, советской не существует. Это, пожалуй, один из немногих вот таких вот примеров, черного и белого. Ну, вообще, в принципе, в многих государствах существуют такие присяги. Например, когда жители Соединенных Штатов, которые приезжают в страну и натурализуются, то есть через вид на жительство, желают получить гражданство, то они э, тоже проходят присягу. В этом случае э, человек, который э, не верит э, в клятвы, то есть исполняет слова Иисуса ⁇ не клянись вовсе э, ⁇ ну, слава богу, Соединенные Штаты Америки пока еще э, как-то уважают э, христианские ценности. Э, раньше уважали больше, сейчас это становится все сложнее. Но в вопросе этом пока еще есть уважение христианского вероучения, и там надо писать специальное заявление, что ты этого делать не будешь. Вот по таким и таким и таким пунктам тебя там приглашают на дополнительное интервью и дают тебе справочку, что ты не будешь это делать, но тебя все равно гражданином делают. То есть порядки исключения. Опять же, легко. Черное и белое. А что делать здесь? Как поступить здесь? Когда? Э, где предел, понимаете? Где предел вот этому э, «не клянись»? Опять же, если мы попробуем уже теперь с точки зрения современной реальности завязать эту, э, этот принцип, который Иисус говорит, то мы что, не должны вообще никому ничего пообещать. В этом случае, кто с нами иметь будет дело? Ну и вообще, если это собрание верующих, ну, типа церковь, и все исполняют, не клянись, как оно будет выглядеть. Ну что, братья, соберем э, дьяконскую встречу такого-то числа. Брат, мы, не, мы попробуем, но никто пообещать не может. То есть ситуация непростая. Как это все понимать? Ну что ж, давайте разберемся здесь. Разберемся прежде всего в том, что говорит нам древний. А мы уже с вами говорили, что древний – это язык Иисуса, сказано древним, это ссылка на устную традицию. То есть Восприятие ус, э, клятвы в устной традиции ⁇ это была очень-очень э, серьезная вещь. Э, нарушение клятвы считалось одним из самых э, серьезных злодеяний. Опять же, когда мы говорим... Э, о приоритетах. То есть в системе фарисейского раввинистического иудаизма вопрос клят стоял очень-очень строго. Если человек поклялся, он связан, между, ну, он связан очень серьезным обязательством и об этом общество знает. Существовала такая ситуация, такая история в средневековом иудаизме. В средневековой Испании были многие евреи в конце, в конце 15 века силою принуждены принять христианство. Фактически король Филипп не оставил для евреев никакого выбора. Либо ты уезжаешь из страны, либо ты принимаешь христианство. В противном случае тебя ждет смерть. Те, кто не смогли уехать из страны, это был 1492 год, известный э, истории э, эдикт изгнания евреев из Испании э, они многие из них под страхом смерти э, согласились принять христианство э, за ними следили строжайшим образом э, если человек который принял христианство соседи его заметили что он помолился на иврите, его забирали в инквизицию, подвергали пыткам, пытали его до тех пор, пока он под пытками не признает, что он принял христианство неискренне. Как только он говорил эти слова, его сжигали на костре, как еретика. Однако же спустя несколько десятилетий в испанских Нидерландах началось восстание. Это была часть протестантского движения, протестантской реформации. Была война под предводительством Вильгельма Оранского. Нидерланды, северная их часть, стали протестантскими. И Изгнали испанцев. Но так как это была общая территория, евреи могли испанские туда попасть. Тех евреев, которые насильно были обращены в христианство, называли Маранами. Маранос по еврейски по -испански, это свинья. Дело в том, чтобы продемонстрировать свою так называемой лояльности Христовой церкви, от еврея, согласившегося на крещение, требовалось публично кушать свинину. Это было знаком лояльности. То есть э, инквизиция тем самым надеялась, что человек уже таким образом не сможет вернуться обратно в иудаизм, потому что все принципы были нарушены. Оказавшись в Нидерландах, которые э, власти которых Вильгельм Ранский э, благорасположился к евреям и принимал их, э, давал им убежище, многие евреи начали искать способ э, выйти из такого христианства. И в этом случае тогда раввины разработали специальный такой литургический гимн, который называется «Кольни Дрей» – «Все клятвы». Этот гимн зачитывался, исполнялся или пелся во время Йом-Кипура. То есть на йом -Кипур вот этот еврей, который его накормили свининой, под страхом костра побрызгали на него святой водичкой, повесили на него крест. Вот этот еврей теперь мог прийти в синагогу и через участие в этой литургической, как говорится, в этом литургическом ритуале Коль не все клятвы. Он мог освободиться от того, что он обещал святой католической церкви. И гимн этот он такой, он поется на арамейском языке, но он такой немножко сложный для перевода, потому что там идет масса, масса, масса синонимов на слово клятва. То есть особенно в иудаизме вот этот вопрос был очень-очень-очень развит. Вот, если мы прочитаем, что нам говорит Мишна, то вот интересно, что написано. Например, существует как минимум пять разных видов клятв. Недер, недева, Назарейство, Корбан, о котором мы читаем э, в одном из споров Иисуса, и Херам, заклятое. То есть как минимум пять основных видов клят. Эти клятвы потом еще подразделяются на разные-разные моменты. То есть э, очень... Э, изощренная, развитая система э, юридическая была создана. И вот эта юридическая система, она э, регулировала способы, как человек давал клятву, а потом, как он от нее освобождался. В частности, то, что известно читателям Нового Завета, это слово «корбан». «Корбан» в принципе, это слово встречается в книге «Левит». В книге «Левит» это означает просто «дар» или «жертвоприношение». Однако юридическая система, разработанная в раннем раввинистическом иудаизме – классифицировала корбан как нечто принадлежащее храму. Что происходило? За что Иисус, например, когда его обвиняли, что он моет, не моет, не совершает омовение рук? В чем он обвиняет фарисеев? Он приводит эту систему для того, чтобы показать, как можно было уйти от оплаты э, пенсии родителям. Ну, мы мыслим современными э, категориями. А в современных категориях э, выглядит оно э, примерно таким образом. Сегодня пенсию платит государство или страховая система. А тогда... Когда отец уже не мог руководить и совершать работу в том бизнесе, который у человека был, он завещал этот бизнес своему сыну. То есть оно переходило по наследству. То есть сын становился наследником владельцем еще до смерти отца, но заключался договор, согласно которому часть прибыли шла на содержание родителей, то есть так называемая внутрисемейная пенсионная система. Как некоторые выходили из этой ситуации, они посвящали все имущество храму. Таким образом, значительно ограничивали выплаты пенсионные своим родителям. Когда же родители умирали, то вопрос решался путем уплаты штрафа, и равин просто освобождал человека от клятвы. Получалась выгода. То есть разница между стоимостью услуг по освобождению от клятвы и тем выплатам, которые нужно было родителям сделать, просто клалась себя в карман. И Иисус именно вот такую форму клятв критиковал. Ну, поговорив о иудаизме и клятвах в иудаизме, стоит поговорить о клятвах в Священном Писании. В отличие от раввинистического иудаизма, в библейском иврите есть три слова, касающиеся клятвы. Давайте откроем с вами книга числа 30 глава. Мы увидим две из этих... Два из этих слова. Первое слово это недер. Вот как у нас сказано: Если кто даст обед Господу или поклянется клятвою, то есть употребляется здесь два слова: недер. И э, шаво, то есть это два основных таких действия. Недер э, есть еще третье слово. Э, третье слово это недева. Э, недева очень часто используется по отношению к жертвоприношению. Это типа такой обед. Например, когда речь касается о мирной жертве, то написано таким образом: мирная жертва может приноситься как благодарность, а может приноситься как по обету от усердия, левит 3 глава. Вот когда речь идет э, об обете, то здесь просто человек э, по какой-то причине, ну, вот типа такая не очень хорошая причина, э, это Ефай, да? Что делает Ефай? Он дает обед принести первое, что выйдет из дома. К сожалению, он не уточнил, что он имел в виду. Оказывается, его дочь. История заканчивается трагично. Почему? А потому что Ефай забыл. О клятве он не забыл. Вы видите, вопрос клятвы ⁇ это вопрос чести для Ефая. И он готов любой ценой выполнить это. Поэтому он лишает жизни своей дочь, которая не оставила после себя никакого потомства, естественно, по причине своей смерти. Тут другого чтения этого текста быть не может. Вот. Но что Ефай забыл? Ефай забыл, что в книге Левит, 5 глава, оказывается, есть способ решения вопроса. Если кто неразумными устами поклялся в чем-то, должен принести жертву повинности. Ефай не принес жертву повинности, он решил принести человеческую жертву. Это говорит о серьезном кризисе, который в израильском народе был, но также и о менталитете. Статус человека, ответственность человека, который дал какую-то клятву. Ну, не все делали как Ефай, поэтому Библия очень часто нам говорит, клятвы свои выполняй касательно храма, обеты свои, да я принесу обеты свои. Второзаконие 12 глава. Место, на которое, которое изберет Господь, чтобы там пребывать имени Ему, туда приносите ваши десятины первенцев крупного мелкого скота, обеты ваши. То есть обед – это то, что мы клятвенно пообещали принести Господу в контексте книги Левит. Это определенное жертвоприношение. То есть, если будет что-то вот такого плана, я готов принести в жертву моего лучшего тельца. Окей? Согласился? Пожалуйста, будь добр, так и это сделай. Но, когда мы говорим о клятве Шавуа, и клятве Недер, здесь ситуация несколько иная. Шавуа – это наложение на себя каких-то запретов, а Недер – это взятие на себя каких-то обязательств. Интересно, что целый трактат Мишны – Касательно вот таких обязательств Недарим он включен в раздел о женщинах. Почему? А потому что э, вопрос того, как женщина берет на себя какое-то обязательство. Это обязательство должно быть э, подписано ее мужем отцом или старшим братом. Почему? Ну, здесь очень просто. Вот здесь мы как раз и разбираем вопрос того, как выглядит обязательство. Обязательство это то, что сегодня является самой распространенной формой клятвы. Вы захотели взять в кредит какую-то вещь. Автомобиль. Что вы делаете? Вы банку клянетесь, так оно и есть, вы банку клянетесь выплачивать ежемесячно э, определенную сумму. То же самое и здесь, в древности. Женщина брала на себя обязательства. Она заключала с кем-то определенную бизнес-сделку. Почему нужен ее муж? Да потому что нужен глава семьи. Сегодня у каждого человека есть удостоверение личности. В те времена было удостоверение семьи. Это семейный перстень. Була его сегодня называют. Совсем недавно при раскопках с южной стороны Иерусалима, Иерусалимской стены, была найдена була, на которой было написано «Исайя пророк». То есть это удостоверение не только личности, но и семьи. Поэтому женщина может заключать сделку, но у женщины у самой перстня нет. Паспортов не было. Приходит муж, отец утверждает эту сделку. Хорошо. Вот теперь вопрос. Запрещает ли Иисус делать сделки? Если мы скажем да, то у нас серьезная проблема. Мы практически парализовываем экономическую деятельность. Потому что если запрещено клясться, то это значит, что никто никому не будет давать в долг. Если невозможно дать в долг, то ни одно производство, ни один бизнес не может развиваться. И вот поэтому здесь очень важно читать то, что, то о чем учит Иисус – в Евангелии от Матфея 5 глава. В контексте. Давайте посмотрим на этот контекст. Не написано ⁇ не клянись вовсе ⁇ Точка. Объясняется, чем нельзя вовсе клясться. Небом, землею, Иерусалимом головою. Почему? Давайте рассмотрим внимательно, как заключается нормальная сделка даже вот по потребительскому кредиту. Что банк делает? Вы же не приходите в банк, даете свой паспорт и говорите, я вам обещаю выплатить каждый месяц. Ну, банк же так не примет. Что банк сделает? Банк скажет, я не знаю, как сейчас здесь, но банк проверит, если я это делаю там, где я живу, банк проверит мою кредитную историю, посмотрит мой кредитный рейтинг, в зависимости от размера покупки он потребует принесения справки о доходах и так далее. То есть он не дает мне кредит впустую под слово. Банк рискует, но он просчитывает свой риск, разбираясь в том, могу ли я платить или не могу. Например, если у человека зарплата 10 тысяч гривен или там 10 тысяч долларов, а у него набраны кредиты. Дом, машина, холодильник, мебель, мобильный телефон еще за учебу рассчитывается. И его сумма выплат по кредитам составляет 7 тысяч долларов. Никакой банк дополнительный кредит не даст, потому что они видят ситуацию. А что же тогда имеется в виду здесь? Это очень просто. Межчеловеческие взаимоотношения. Как часто между собой в церкви, в общине люди попадают в серьезные э, ситуации и возникают ссоры, когда друг другу не возвращают долги. Это одна из самых страшных причин внутриобщинных ссор. А знаете почему это происходит? А потому что используют неправильно текст из того же э -э Евангелия. Хотящему занятию тебя дай. Есть же два разных типа заема. Есть заем, когда человеку кушать нечего, и тогда, да, ты занимаешь, чтобы человек мог прокормиться, но ты занимаешь э, разумных в пределах сумму, понимая при этом, понимая при этом, что человек бедный может и не вернуть, но ты готов пострадать. С другой стороны, приходит тебе человек и говорит, я хочу открыть бизнес, я знаю, что у тебя там где-то есть сбережения, займи мне свое сбережение, а я приду через год и принесу тебе 20% прибыли. Я клянусь, и вот дальше начинаются клятвы, 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 клятвы. Что это за клятвы? Ничем не обеспеченные. Если банку ты клянешься, показывая ему свой доход, свою зарплату и так далее, и банк делает анализ, а бывают более сложные займы, когда человек дает какой-то залог, то между собой чем будешь клясться? Иерусалимом? А что ты сделаешь потом? Ты своей головой? И если ты даже себе сам голову отрубишь, кому она будет нужна? О чем говорит Иисус? Иисус не говорит не давать обещаний, но говорит не давать пусть обещаний, ничем не обеспеченных обещаний. Для чего? Да для того, чтобы был мир в межчеловеческих отношениях.